Доброе утро, меня зовут Александр Кириенко. Пасты для бутербродов не только полезны и вкусны, они еще хороши тем, что они делаются из того, что осталось у вас в холодильнике. Сегодня я вам предлагаю приготовить яичную пасту. Поищите в холодильнике яйца, майонез, горчицу, сельдерей и огурцы соленые. Вы можете сварить яйца традиционным способом, то есть просто отварить, либо можете обжарить их. Мы же будем обжаривать. Главное, чтобы и желток, и белок были готовы. Возьмите чашу для блендера. Туда мы добавим несколько огурчиков. Добавим туда сельдерея. Очень вкусно, когда добавляете самую-самую верхушку сельдерея. Нам понадобится немножко огуречного рассола, горчица французская, немного майонеза, ну и, конечно же, сами яйца. Вы можете потратить время и нарезать это все вручную, но у вас уйдет на это, я думаю, не один час времени. Немного соль и немного сахара. Паста наша готова. Желательно ее перед подачей охладить в холодильнике, чтобы она постояла как минимум час. То есть, ну, можете ее сделать вечером, а утром уже подавать. Возьмите хлебушек, можете его порезать, чтобы это было более эстетично. Выложили аккуратно наш хлебушек. Вы его можете поджарить, можете оставлять свежим, вы можете взять крекер, или вы можете взять печенье, и потом будете макать и кушать. И последний штрих, немного красоты, сладкой молотой паприки. Вот такой быстрый завтрак у нас готов. Кушайте на здоровье, приятного аппетита и хорошего дня!